Так, картофанчик. Бутылка небольшая и уже сохнет. Сейчас вот тут немножечко, так сказать, на молодую копанем с помидорочка. Копать буду обычным вот таким плужком, чтобы не ставить там веер, опорники там. Загон небольшой тут. Так, разрыл. Ну что, картофанчик, не сказать, что мелкий, ну, не сказать, что крупный прям. У меня такой вот. Ну это еще его не копать, это так на молодую. Хотя его морозом шарахнуло неплохо. Заморозок был такой, что мама не горюй. Так, ну накопали, нарвали. Короче, вот так вот. Это елки-палки. Такие вот лантухи. Попадаются. Не, есть, конечно, и мелкая. Вопросов нет. У нас растет еще. Копать рановато. Но в основном вся такая вот. То, что нужно. Все, чистим. Чистим. Достаем. Афганский казан и что-нибудь сварганим. Так, ну загрузил немного лука, там не знаю, может одна головка мяса свинья, вчера еще, наверное, хрюкала, вот слоем 2 килограмма там лежит. Картошечка, лучок, морковка, перец, пол-литра воды, сливочного масла. Все это перчил отдельно. Вот, мясо и картошку перчил, солил, специи, все отдельно. О, лавровый лист. Кидаю, закрываю и на огонь. Вот, и посмотрим, что получится. Не делал так, как некоторые. Сначала все загрузят, а потом сверху что-то там пытаются... на глаз специи добавить. Я так не делаю, я все делаю по отдельности, потом только загрузил, как говорится, вперед из песни. Если мало, досолим, доперчим. Так, ну а дальше что, моя доработанная чудо печь там сделан переходник именно под афганский казан, и вот также из жигулевского диска, и теперь просто его ставим туда, куда нужно. Вот и все. Пламя сейчас отрегулируем. Все, друзья, казан стоит на своем, как говорится, законном месте. И теперь жду, пока закипит. Как только пойдет отсюда с этих клапанов пар интенсивно, засекаю полчаса, а потом выключаю печку. Ну, впрочем, все по порядку. Ждем, пока закипит. После момента закипания прошло полчаса. Вот. Ну, я, соответственно, прикручивал. А сейчас вот снимаем вот эти клапана и сбрасываем давление. Так, чтобы можно было открутить крышку. Сейчас перчатку одену и сниму. Так, ну что, коромысло снял. Ручка специальная. Сейчас заглянем, что тут у нас получается. Ух ты! Бульончик есть? Ой, сразу все запотело, камера запотела. Да есть там и бульончик, все есть. Пар идет. Ой. Камера запотела. Да все, да, горячая. Короче, не видно ничего. Сейчас протрем. Так, вот камеру протер и включил.
как называется, макрорежим, да, подальше телефон. Офигенно. Все, приготовилось. Соус есть, он там чуть ниже. Все это когда перемешается, будет вообще шикардос. Шикардос, друзья. Ладно, всем приятного аппетита. Пойду попробую. Если честно, чуть слюной не захлебнулся. Как-то так. Скоро увидимся.